товарищи, прибыл я на большую воду. Надо будет мне сейчас пройти на другую сторону. Не знаю, какой там лед. Но у меня товарищ вроде говорит, что прошел. Так что пойду сейчас по его следам. Я сегодня немного опоздал. Делал монтаж видео до 2 часов ночи. Ну и, короче говоря, проспал. Так что времени у меня сегодня не так много. Поэтому буду стараться выкладываться на полную. Ледовое царство. Красота какая. Ребят, смотрите это видео до конца, потому что у нас будет розыгрыш. Кое-что интересное сегодня разыгрывать будем. Дядя, рыбу продай. Здорово. Привет. А, друзья, товарищи, наконец-то пришел я на точку. Сейчас буду по-быстренькому расчехляться, бурить кружок из 10 лунок, закармливать все это дело и начинать рыбачить. Луки я пробурил, сейчас прикормочку достанем. Вонючий мускморыш, который у меня пролежал и немного скис. Ну, надеюсь, рыба и такой съест. Ничего с ним не будет. Он как бы немного шевелится, но уже с душком. Вот. Лунки закормил, ветер дует просто со страшной силой, для того чтобы спину меня не задувало, одел рюкзак, выложил из него все вещи, такая вот небольшая военная хитрость. Вот. В общем, решил начать со своего мухомормыша, кивок металлический самодельный, леска 0,117.
Серега там кого-то поймал. Не могу вытянуть. Сейчас пойдем посмотрим. Я думал, у тебя тут прям это. Так, блядь, до этого прям хороший был. Я вот только вот эти горы перезарядил. Думал, что-то с крючком, что ли. А там-то вообще добрый, его метр, наверное, только поднял и все. Вон все тут понятно. Такой вот чертеночек. Ну давай, давай, лови. У меня пока была только одна поклевка и все. Что-то тебя трясет, ты прям замерз уже, наверное, да? Да нет, это что-то зябко просто. Без вариза. Не люблю я варежку. В общем, ребят, целый круг с мухомормушем принес мне только одну единственную поклевку. Вот. Ветер очень сильный, 0,6 мухомормуша. Выдувает, то есть, получается, поднимаешь и выдувает все-таки петлю. Из лески не хватает веса мормушки. Вот поэтому сейчас поставлю чертик самодельный. 0,8 грамма. И пойду пробовать дальше ловить. Как ты убежала? Хорошая была рыба. Короче, ребята, бывает на рыбалке казусы, а бывает на рыбалке казусы во время съемки. Так вот, сейчас вот я поймал окуня, грамм на 600. Я его даже не сфотографировал, я думал, что у меня камера работает. Как он клюнул? Я уже хотел уходить с этой удочки. Удочку вот так вот поднял, а мне киоку там загнул. Ничего понять не могу, думаю, что за фигня. Короче говоря, удочку-то чуть-чуть тяну, а там рыбина. Я подсекаю, давай бодаться с ним. И все, и он как подпер. Такое вымаживание было дикое. Вот. Я его поднял, на камеру показал и отпустил, короче. Потом на камеру-то нажимаю, типа, выключить запись. А он у меня пиликает, то что это, записи-то и не было. Я, ё-моё, блин. Леску подстравили немного. Ну надо же такое, а. Первая рыбка за сегодня была такая хорошая. Не заснял. Вот же. Кто-то здесь живет. Отцеп я забыл, сделал для Сереги. У него тоже отцепа нету с собой. Только отцепится только потихонечку, помаленечку тянуть, раскачивать. Ну, скорее всего, оторвется сейчас что. Все.
О, нет. Спасен. Крючок отломил, представляете? Теперь у меня не чертик, теперь у меня коза. Да и ладно. Неохота перевязываться. Сейчас такой пойдем. Форма-то хорошая. Пофиг то, что крючка одного нету. Сразу. Но мелкий. Вон он. Прокинулся. Вот она. Ай, убежал. Собака. Сейчас попробую, в общем, перевязать черта. Поставлю зеленого. Вот такого черта сейчас поставлю. О, зелененький. Интересно, мне на него попробовать половить. Кстати, надо будет из этой формы, из которой вот чертик этот, сделать на самом деле козу. Вот, раз уж волку не пришлась по душе эта форма, значит, игнорировать это нет смысла, надо пробовать. Нормально. Соблазнился. Ну вот, более-менее достойный окунек пойман на камеру сегодня. У окуня явно есть настроение пожрать. Он клюет. Вот на такого черта. Чертик самодельный. Проводка, причем вообще разная работает. То прям быстрый дриблинг, то тихонечко размеренно трясешь. Не все так просто. Да, конечно, окуня, как правило, у которого есть настроение пожрать, соблазнить, ну, скажем так, попроще, чем соблазнить подлещика или крупную сорогу. Вот. Но, когда речь заходит о рыбах, в которых уже под килограмм, там, знаете, бывают такие моменты, когда вот как бы он клюет, окунь этот, вот, но очень чутко бывает реагирует на какие-то сбои проводки, допустим, да, либо какие-то непонятные посторонние движения в мормышке. Вот, то есть рыба все равно опытная. Много прожила, много видела всяких разных штук.
рыбацких. Ну и соответственно ведет себя так же. Иначе бы она для такого веса не выросла. Вот. Поэтому как бы не стоит относиться к ловле окуня с каким-то таким, знаете, пренебрежением. Все-таки у нас с вами здесь далеко не Якутия, где вообще по барабану на что ловить. Вот здесь все-таки рыба, она такая, которую, ну, которую надо уговаривать иногда. В большинстве случаев всегда. Вот сегодня я сделал круг из 10 лунок. Все эти лунки я закормил мормышем. Мормышем в перемешку с сухарем. Так вот, самое главное, когда рыбачишь на безмотылку по кормленным лункам, это самые первые проводки. То есть ты пришел, на лунку присел. Вот. Самое важное — это вот первые там две проводки на закормленной лунке. Как правило, рыба, если под лункой есть, она берет именно вот в течение первых двух проводок. Поэтому как только присел на лунку, надо, во-первых, постараться плавно опустить мормышку, потому что мормышка падает на дно, и рыба на нее уже пристально начинает смотреть, если она здесь рядом есть, и начинает уже решать, будет она ее есть или не будет. Соответственно, если мормышка камнем упадет на дно, на кормленной лунке, это может негативно сказаться на желание рыбы, так скажем, сожрать нашего черта или какую-либо другую мормышку. Соответственно, надо аккуратненько опустили и аккуратненько начали проводку. Вот первые две проводочки можно сделать аккуратные, не зазывные. То есть, когда рыбачишь поисковым методом, не кормишь лунки, тогда, как правило, первые проводки я делаю агрессивные, то есть, чтобы подозвать рыбу с небольшого расстояния. Вот. А когда рыбачу на лунках, которые у меня закормлены, тогда, как правило, первые две проводки хотя бы я делаю аккуратненько. Вот. Ну, рыбки вот на этой лунке нету, либо она еще пока решает, жрать ей нашего черта или нет. Вот, сделаем агрессивную проводку. Вот так вот сожрал черта моего. Где есть клюет? Наш клиент. Ну, черта. Тоже чертик самодельный. Окушки. Так, эй, чертик. Что мне удалось заметить, так это то, что
Когда рыбачишь на кормленных лунках, иногда бывают такие моменты затишья, когда ты проходишь целый круг, вот у меня 10 кормленных лунок, проходишь целый круг и не видишь ни одной поклевки. Идешь там на следующий круг, и, допустим, опять полкруга нету поклевок. И как бы уже начинают закрадываться мысли о том, что, ну, по идее, можно будет сматываться домой, и так далее. Вот, но, как правило, удача улыбается упорно. Соответственно, ни в коем случае не надо отчаиваться. Всегда надо быть с позитивным мышлением и ждать того, что сейчас вот-вот клюнет по-настоящему крупная, серьезная рыба. И она обязательно клюнет. По крайней мере, у меня это работает. В общем, решила все-таки пробежать на несколько лунок с новой мормышкой. Такой вот кубик желтенький. Спасибо, что досмотрели это видео практически до самого конца. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Открываем видео. Напоминаю то, что в этом видео мы будем разыгрывать набор чертей. В этот раз у нас 672 комментария. Копируем ссылочку на видос. Отправляем ее в рандомайзер. И определяем нашего победителя. Дмитрий Сергеев. Здравствуйте, Владимир. Давно за вами наблюдаю. Ваши видео и Александра Зайцева вдохновили меня на безмотыльную ловлю. Спасибо и удачи на рыбалках. Открываем профиль. Каналы. Здесь нет ссылок на другие каналы. Соответственно, проверить то, что человек подписан на наш канал, мы не можем. Соответственно, повторно разыгрываем. Макс Б. Как всегда приятно смотреть всем рыболовам НХНЧ в наступившем сезоне твердой воды. Давайте проверим. Итак, каналы. Здесь нет ссылок на другие каналы. Ребят, я еще раз повторяю, открывайте свои подписки, чтобы я мог определять победителя сразу же. Следующий. Стас Вертеев. Обожаю смотреть ваши рыбалки с безмотылкой. Есть ли чему поучиться? Наверное, человек хотел сказать, есть чему поучиться. Давайте проверим. Так. Каналы. Каналы. Каналы открыты у человека. Это хорошо. Соответственно, мы можем посмотреть, есть мы тут или нет. Да, подписка оформлена. Поэтому, Стас Вертиев, я вас поздравляю, вы становитесь победителем розыгрыша и получаете набор из 5 чертей. Ура! Ну что, друзья, товарищи, вот и прошел очередной безмотыльный день на льду. Хочу сказать честно, то, что рыбалкой я немного недоволен. Почему? Потому что получилось поймать хорошего окуня. И так вышло, то, что камера в этот момент не работала, а я думал, что камера включена. Короче говоря, вот так вот. В общем, получилось немного непрофессионально с моей стороны, ну что поделать. Ну и как назло, больше крупных рыб за сегодня не было. Как я не надеялся, как я не ждал, но все-таки рыбка сегодня клевала. Не скажу, что хорошо, вот, но клевала. Порыбачил я сегодня на самодельных чертей. Помогал мне в этом мой кивок. И, собственно говоря, я хотел этот кивок разыграть. Это вот такой кивок металлический моего изготовления. В общем, условия очень простые. Как всегда, комментарий под видео и подписка. Не забывайте оставлять открытыми свои подписки, для того, чтобы я смог проверить, что вы действительно
подписаны на мой канал. О результатах розыгрыша вы сможете узнать в следующем видео. Так что смотрите внимательно, оставайтесь на канале. Всем не хвоста, ни чешуи. Здоровья, берегите себя и всем пока.